Короче, взял в руки лопату и за полчаса выкопал такой погреб. Теперь он у меня висит вот так. Просто тупо на дереве. Все, пацаны, не дрочите на Матрикс, нет смысла. Ренакс оборвало вал. Прикол. Но прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам канал моих хороших друзей Гильза. Сразу скажу, что канал прикольный. Ребята делают ролики на темы опасных профессий, экстремального спорта, выживания. И при этом все это смотрится легко и ни разу не скучно. На учения сегодня приехали разные части. По факту, это развлекательный научпоп канал. Вы такого точно не видели. В общем, сами посмотрите. И, кстати, только вчера у них вышел ролик про снегоходы. Обязательно зайдите, ссылка в описании. А к тем, кто не будет подписываться, я приеду лично на лыжах. Парни, ну что, всем привет. Снова в Кандалакше, снова новые видео, снова новая компания. Ну, хотя каких-то участников вы уже знаете. Андрюха Силин, Саня Медведь будем звать его, потому что его становая тяга восхищает просто нереально. Сегодня с нами едут Алексей Коледин. Здравствуйте. Здравствуйте. Пацаны еще. Как зовут? Николай. Николай, все. И друг Андрюха, да, твой? Да. Все, понял. Так, ну и нас сегодня гидует вот этот господин в салатовом. С гаишника снял, по-моему, да? Да, сегодня гаишник. С мертвого. ДПС на сзади. Или живой еще был. Прекращай давай мертвого. Температура, я думаю, где-то градусов минус 7. А с той стороны тучки. С той стороны синее небо. Я надеюсь, мы туда поедем, да? В общем, ну ладно, посмотрим, что нам погода покажет. Погнали кататься. Ребят, вот такие уголочки. Вот такие уголочки. И сразу видно, кто где. Сначала не могут догнать, а потом снимают. В смысле не могут догнать? Ой, камера все запечатлела. Сзади иду. Можешь подождать там на полянке, я сейчас подъеду туда. Александр, да, на полянке, да. Расскажи, как же так получилось? Так вот. Матрикс говно все-таки не едет. Матрикс едет вообще. Ой, ребят, такое солнце. Такая погода чудесная. Просто сказка вообще. День потрясающий. Слушай, я думаю, что он первый раз в этом сезоне выехал, судя по навыкам. Ты думаешь, катал? Ну, конечно, в принципе, он сначала, считай, декабря гидование, да, там гидование, школы, на полянках все. Глотку хорошо оттренировал. Я дождусь момента, подожди. Короче, мне по телефону звони, если заснять. Хорошо. Ничего не говори. Ускорение,
Андрюха. Вот спасибо, хорошо. Катались по красивым местам, и вот здесь такой маленький бугоросик, решил на нем рендер исполнить, а он оказался бетонный и еще и с камнем. В итоге снегоход за место разворота поехал, теперь он у меня висит вот так, просто тупо на дереве, на сучке. Парни, катаемся, Саня, говорю, слушай, давай вдвоем просто катаемся, говорю, давай чаю попьем где-нибудь, он такой, давай найдем ветра, где нету, и манулись через лес. Я еду и слышу, где он, слева, справа или на слух определяю. И тут раз звук пропал. Подъезжаю, картина. Смотрите, какая рожа. Ты уже поел, походу, да, и чай попил. Я еще дерево головой не поймал, блядь. Слушай, ну, блин, как здесь хорошо, Сань, скажи. Я вышел все без руль, блядь. Да я вижу. Ну скажи, мягенький снежок такой, вообще шикарно. Это вообще офигенно. Класс. Красота. Вот, сейчас приступаем к чаепитию. Я думаю, пора. Стоим, пьем чай, и Саня, который даже не поворачивается, отдал свой снегоход. Сейчас Леха проехался на Матриксе и приехал полный эмоций. Ну-ка, Леха, давай, зажги. Саня хотел мне его подарить. Сказал, природная скромность не позволила принять подарок. Если вдруг я словлю какую-нибудь елочку в очередной раз, ну, в общем-то, он будет мой. Пол купил. Ну, я решил как бы остаться на своем. Все-таки Хаус, Quick Drive 2, 2001 год. Он как 2001, бы, 2001, да, 21. Он как бы ничем не хуже Матрикса. Пацаны, не дрочите на Матрикс, нет смысла. Подожди, ты сейчас только что вообще другое говорил. Год. Хороший снегоход. А, тебе еще продавать его, ты имеешь в виду, да? Платформу для продажи подготавливает. Не, парни, на самом деле, день, правда, чудесный вообще. Спасибо Сашке огромное, Александру Олешеву. Спасибо большое ему, потому что, ну, водит нас по чудесным местам. Сань. Красота, да? Красота. Сам-то кайфуешь? Конечно. Он сегодня... Второй раз за зиму выкатился. Второй раз. Он сегодня реально... Вот спасибо ему за что говорю? За то, что он бросил сегодня все школы, хотя у них там очередь стоит. Все угидования бросил и поехал с нами кататься. Вот за это прям реально респектуха. Вот. Чувак явно кайфует. И это приятно. Саня, стой! Если катаешься, но бывает вот и так. Я за тобой гнался! Я тебя почти догнал! Пусть даже без снегохода! Ну, красиво смотрится! Через руль вышел! Красавчик! Сань, самое интересное, что все сложные места, все пригорки, весь лес, долбим вдвоем, вообще нормально все. На полянку, сука, вылетаем. На радостях, бля. И лечу за тобой уже. Хотел за бампер за задний схватиться, бля. Не поймал. Ну что, красавчик. Подожди, что у тебя случилось?
Вернитесь. Короче, парни, это просто прикол вообще. Вован приехал сюда, в Кандалакшу. Не откатал ни одного дня. У него порвало вал на снегоходе. И он уехал домой. Смотрите. Пипец вообще. Сань, как думаешь, может такое быть, что у Вована порвало вал, и у меня порвало вал тоже? Сейчас нам предстоит долгий процесс. Самое интересное, что непонятно почему, потому что просто встал на пятку, посмотри, никаких вообще нету предпосылок абсолютно, ни коряк, ни камней, ничего. Хренакс, оборвало вал. Прикол. Так, ну что, 20 минут усилий, вот такое чудо-юдо получилось. Лыжи развернули. Сейчас будем жопу моего снегохода грузить на Леху. Тоннель ему. Я говорю, Лёха, развернись, пожалуйста, подъедь сюда. В Лёху вселился дьявол. Лёха сказал, да ну вас нахер, и уехал. Только пыль стоит. Только пыль, зря отъехал и там остановился. Разворачиваться поехал. Ой, господи. Ведь ничего не предвещало, скажи. Что не день, то приключение. Нет, я тебе говорю, это 100% Вован. Это... Вчера мы с болота доставали снегоход. Вчера с болота? Блин, такая беда с валом. Слушай, я говорю, стопудово Вован. Ну не может быть, чтобы совпадение такое. Вчера у него вал срезал, сегодня у меня. Ну такого не бывает. Я много лет езжу. Много лет езжу на снегоходе, блин. Понимаешь, так не бывает такое совпадение. Тем временем Леха вернулся. Довольный такой, смотри. Улыбается, едет. Тут неожиданно приехал Леха. Да. У нас еще тут Чип и Дейл едут. Слушай, а я, кажется, знаю, где взять вал. Вот и вал приехал, да. Так, ну что, короче, задрали. Вот так Лехе поставили жопу снегохода. Вот так вот, сейчас уменьшу. Вот так вот задрали жопу снегоходу, поставили. Привязали веревочками с обеих сторон. Леха. А давай попробуй на ровный выйти, попробуй. Посмотрим, как оно вообще поедет у нас. Да, как-то. Только не надо на пятки ехать сейчас. А, он не закроется, там лопата Лёхина лежит. Лишь бы что-нибудь не вылилось. Не, а тут ничего, он же закрытый. На пятки только не надо. Уходить. Фура! Правда, я не поеду. Фура! Ну что, парни, доехали мы до места, до машин, наконец-то добрались кое-как. Было пару сложных мест, но что могу сказать, впереди ремонтные будни, но вот такой вариант, это вполне себе рабочая схема. Вот это самая главная моя мысль, то есть так ездить можно. Так, ребят, ну что, покатушка наша окончена, сейчас они повернутся к нам. Покатушка наша окончена, хочу парням всем сказать спасибо, потому что все поучаствовали, Вася меня... прокатило. Сейчас этот еще поучаствует. Сейчас этот еще задавит. Смотри, сюда крадется. Лехе, конечно, огромное спасибо, потому что и тягач предоставил. И, блин, вообще красавец. Так все ж не бесплатно. Не бесплатно, я понял. Не забываем за рекламу на этом, на сайте рекламу ждем. А что рекламировать-то будем? Так скинем тебе номер к телефону и все. Кого, чего, где, куда. Ладно, все, короче, давайте. Всем пока.